Во Владивостоке идут проверки работы управляющих компаний. Подобные действия вызваны увеличившимся потоком жалоб. За последние два месяца их в администрацию города поступило более 1500. Все жалобы касались плохой работы управляющих компаний. Диалог с ними у горожан наладить не получается, поэтому люди обращаются за помощью в мэрию. Глава города Олег Гуменюк, а также сотрудники различных управлений выезжают на места жалоб граждан, чтобы лично посмотреть участки проблемных домов. Будем так дальше работать. Сейчас хорошая встреча с жителями были. Это в этом районе мы тратим большие средства для отведения воды, более 20 миллионов. То, что в том году обещали жителям, в этом году мы делаем. Ну и будем также работать дальше. Есть те вопросы, которые переносятся на следующий год. Это капитальные вопросы при вложении больших денег. И есть те вопросы, которые будем решать, мелкие вопросы в ручном режиме с прокуратурой, с ГЖИ и продолжать эту работу. Зачастую проблемы упираются в отсутствие взаимопонимания с управляющими компаниями. Жильцы жалуются на длительное ожидание капитального ремонта и неремонтируемые придомовые дороги. Помочь наладить диалог с управляющими компаниями взялись Государственная жилищная инспекция и прокуратура. А чтобы ускорить глобальный ремонт, глава города посоветовал обратиться в фонд капитального ремонта, так как именно они проводят масштабные работы. Олег Завьялов, Екатерина Зверева, новости на Восьмом.